детские куклы. Подпишись на канал, поставь лайк под этим видео. Ты молодец. Я Анна, и я режиссер и журналист. Сегодня я снимаю суперзвезд. Наши королевские куклы приехали в эту красивую, в этот зал. На этой сцене они будут выступать. Именно на этой сцене наши королевские куклы будут выступать. Но для начала нам нужно сделать им макияж, прическу, фотосессию, одеть красивое платье. Для этого нужно очень сделать много работы. Для этого приглашены разные модельеры, визажисты из разных стран. Из Франции, из Англии, из Украины, из России. Очень много разных специалистов. Ой, что? Они уже одеты? Они готовы? У нас сцена совсем не готова. Что вы спешите, не спешите? Нет, нет, они еще не готовы. Мы идем к ним, мы идем к нашим звездам. Сегодня подъедут наши королевские куклы. Сюда прибудут, чтобы мы сняли их на сцене. Итак, мы их ждем. Где же они? О, вот они! И вот они подъехали. Мы встречаем наших кукол. О, привет! Привет, дорогие друзья и подружки. Я Джессика. Вы помните меня? Я в прошлой серии говорила вам, что я кинозвезда и снимаюсь в детских сериалах. Девчонки, выходите! Привет, друзья и подружки. А я Анжелика. Я тоже кинозвезда, я снимаюсь в разных фильмах о любви. О, привет, а я просто Мария, меня зовут Мария. Я тоже снимаюсь в детских и взрослых фильмах, и я тоже кинозвезда. И мы прибыли сегодня, нам должны сделать прекрасную прическу, макияж, одеть красивое платье, и мы будем выступать на сцене. О, уехал лимузин. И что же, здравствуйте, наши звезды! А что же вы сейчас будете делать? Сейчас мы идем делать вам прическу. А вы, дорогие друзья, пишите в комментариях, задавайте вопросы для наших кинозвезд. Они ведь такие известные. А куда мы сейчас вначале идем? Мы идем делать вам прическу, а я буду вас снимать на видео. О, это отлично! Как хорошо, что нет здесь много людей, что здесь пока еще немного людей пришло. А я люблю, когда много людей. Привет, охранник! Привет, я очень рад с тобой познакомиться. Ты такая милая. Спасибо! И вот вы видите наших королевских кукол, и мы с ними идем сейчас делать им сначала прическу. А потом в следующем видео будет макияж. А после макияжа фотосессия, а после фотосессии платье, а потом они будут ходить на сцене. Не пропустите ни одно видео этого сериала. Спасибо вам за возможность. Я смог познакомиться с этими прекрасными девушками. Они такие чудесные. Мы идем в парикмахерскую к известному мастеру и визажисту. О, здравствуйте, привет, прекрасные девушки, я вас так жду. И что же мы будем сегодня с вами делать? А сегодня вы должны сделать из них красивых девочек прическу, макияж. Что вы еще будете делать? О, нет, я только мастер по волосам. Я буду делать им красивую прическу, а макияж... Это моя коллега, я приехала из Англии, привет, а моя коллега приехала, откуда ты приехала, дорогая, скажи, всем привет, а я известный визажист в России, я буду делать вам макияж, конечно, конечно, ну давайте вы, пожалуйста, журналист, становитесь здесь, снимайте нас на видео, все, а мы будем делать прически, кто первый? Я первая, я хочу. Так, хорошо, тогда мы будем это... Мы... Это что? Вот это что? Так, мы будем делать вам прическу. Для начала мы снимем шапочку. Для начала мы помажем ваши волосы лосьоном. Садитесь, садитесь.
Ага, мы вот сюда нальем лосьон, и мы сделаем вашим волосам маску. Что же сейчас будет, мы посмотрим. Так, что у нас тут в этом шкафчике? Сюрприз! Это что такое? Ух ты, Мишка какой-то! Это подарок для моих девушек-красавиц. А здесь ничего нет. Давайте мы пока его обратно поставим, а потом я вручу этот подарок. Ой-ой-ой, вам надо выключать! Все-все-все! Ну что, я красивее стала? Да, вы стали намного красивее. Теперь следующее, присаживайтесь. Мы нальем сюда зелененький. Это такой специальный шампунь, который очищает ваши волосы. Прекрасно. Для начала вы оденьте шапочку теперь на волосы и подождите, пока они пропитаются маской. Идите сюда. Так, теперь вам нужно одеть шапочку. Шапочку. И подождать, пока волосы пропитаются маской. Теперь вы присаживайтесь. Мы нальем вам голубенький шампуньку. И вы будете ждать, пока ваши волосы тоже станут красивыми и очищенными. Мы делаем маску для волос, чтобы волосы были чистыми. Все, сначала вы стойте, ждите, можете присесть куда-то, а я пока поработаю с Анжеликой. Я буду феном так дуть на ее волосы. Шапочку мы кладем на место, и сейчас фен будет работать для ваших волос. Жу-жу-жу-жу, что он не включается? Почему он не включается? Что за техника? Я сушу вам волосы. Вытягиваю вам волосы, делаю прическу. Но почему-то моя прическа, извините, вообще не меняется. Подождите, не спешите. Все будет, не волнуйтесь, присядьте. Я же известный мастер. Вот так вот мы вам высушим. Так, прекрасно. А теперь вы можете встать. Встаньте сюда и возьмите это ваш подарок. Возьмите подарок. Не нужен мне ваш подарок. Мне нужен красивый вид. Мне нужно выступать перед своими подписчиками, перед поклонниками. Мне не нужен этот подарок. Мне нужны волосы красивые, пышные и очень красивый цвет. Вы не волнуйтесь, все будет прекрасно. Итак, Джессика, ты следующая. Я снимаю с тебя эту шапочку и сушу тебя феном. Жу-жу-жу-жу-жу-жу. Так. А теперь нужно взять салфеточку и вытереть тебе лицо, потому что ты вспотела. Так, салфеточку бросаем в мусорник, и ты прекрасно выглядишь. А что вы использованные шапочки потом второй раз одеваете? Можно я свою шапочку выброшу в мусорник? Я не хочу, чтобы ее кто-то использовал. Она не выбрасывается. Очень интересно. А почему? Это что, многоразовые шапочки? Конечно, конечно, они подлежат стирке и подлежат очищению, а потом их можно еще раз использовать. Ага, понятно. А сейчас очередь Марии. Мария, снимайте, пожалуйста. Нет, вы присядьте, сейчас мы вам еще раз включим. У вас длинный белый волос, поэтому он требует тщательного ухода. Все, вставайте, и шапочку мы вашу снимаем и сушим вам волосы феном. Ну, странно, моя прическа почему-то не изменилась. Не волнуйтесь, не волнуйтесь, все будет отлично. Так, это я положу, возьмите это вам. Мне подарок пока ни к чему, потому что мне нужно делать еще макияж, фотосессию, понимаете, одевать новое платье. Ну а куда же я буду ходить с этим подарком? Мне выступать перед моими подписчиками, мне выступать перед моими зрителями. Слушайте, девочки, что-то не нравится мне эта подготовка. Волосы как были, так и остались такой прической, которую делал мой мастер дома. Да-да, Анжелика, я с тобой абсолютно согласна. Непонятно, почему ничего не поменялось. Ну, девочки, подождите, давайте подождем. Может быть, нам сделают еще что-то. Давайте посмотрим, что же будет дальше.
Ну, дальше это будет в следующей серии. Нам будут делать макияж. И я хочу, мне прямо интересно посмотреть, как же меня накрасят. Честно скажу, эта визажист мне очень симпатична. Она хорошо выглядит, поэтому я тоже хочу у нее сделать макияж. Да, но мне макияж нужен совсем немножко. О, прекрасно! Я все сняла, я все сняла на камеру. И я сделаю видео, как вы делали прическу. Спасибо вам, дорогой мастер. О, не за что. Пойду и я голову себе посушу. Дорогие девушки, а сейчас я хочу сделать вам сюрприз, подарок. Нет, спасибо, нам не нужно. Нам нужно идти дальше, нам нужно работать дальше. Конечно, конечно. И сейчас я сделаю конечную фото. И теперь мы идем делать макияж для вас, дорогие девушки. А вы, дорогие зрители, смотрите следующее видео, следующую серию. У нас целый сериал. Смотрите, смотрите и продолжайте смотреть дальше. Ну не забудьте поставить лайк, не забудьте подписаться на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Пока-пока. А сейчас подпишись на канал, нажми на красную кнопочку, и ты станешь нашим подписчиком. Ребята, если вам понравилось это видео, поставь лайк и напиши в комментариях единичку. А если вам не понравилось видео, поставь двоечку. А если очень понравилось видео, поставь много единичек, миллион единичек напиши.